Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 103 на странице 73 учебника по русскому языку для второго класса автора Климановой. Прочитайте стихотворные строки, запишите их по памяти, подчеркните слова с буквосочетаниями ЖШ. При выполнении этого задания будем помнить, что сочетание ЖШ мы пишем с буквой И. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо, падает, ложится. Строки Сурикова. Когда будем записывать стихотворный текст, будем помнить, что каждая строка пишется заглавной буквы. Белый снег пушистый. В воздухе кружится, в раздельно воздухе кружится. И на землю тихо, и раздельно, на раздельно землю тихо. Падает, запятая, ложится. Сочетаниями ЖШ у нас три слова. Пушистый, кружится и ложится. И в них мы сочетание ЖШ написали с буквой И. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.